Всем привет, с вами Игроман. И вчера ролика не было. Вчера не было, хотя быть должен он быть, по идее, да. Но его не было. А сегодня у нас с вами есть ролик. Почему его не было? Под вчера, потому что я морочился с записью вот этой вот самой игрушки. Но сегодня я догадался, как это можно сделать. В общем-то, таки да. Сегодня у нас игрушка под названием Ни но Куни или Куни или Кани 2. Возрождение короля. Полностью на русском должна быть. От студии Level 5 2018 года, меньше месяца назад она вышла. Я вообще не понимаю, что здесь есть продолжить. Это я просто сделала заставку. Вот этот сюжет я должен был вникнуть все-таки. Вот такие вот делишки. Новая игра, нажимаем. И смотрим, короче. Как это, кстати, я его не заметила, когда первый раз смотрел заставку. Странно почему-то. Вот, я только вот это посмотрел. Где-то далеко-далеко от привычного нам мира. Есть другой мир, не похожий. История этого мира — это история войн и распри, где слабому не место под солнцем. В конце концов, осталось несколько могущественных королевств, и наступил смутный век взаимной ненависти и недоверия. Это история о великом короле, сумевшем изменить жестокий мир. Судя по всему, за этого короля мы с вами и будем играть в этой игре. Не знаю пока, но, судя по всему, мы за него и с вами и будем играть. Загрузка. Так, наверное, следует немножечко... А, прибавить звук, я не понял. Это получает... Подожди, я думал, это древние времена. Там короли, уже говорили, короли, королевство, это наши времена, алло. Это важный дядька. Президент Крейн, мы почти на месте. А это президент Крейн. Это же... Ракет называется. А чё она чёрная? А, это всё. Погоди, вообще она чёрная была. Ну, понятно. Окей, взрыв какой-то опять. И что-то сейчас случится. Мне забыть одно, почему... Это же наши времена. Хотя он всё сметало нахрен. Это наши времена, подожди. Не может же так быть. Он вываляется. Это что такое? Его, скорее всего, перенесло в это время, да? Или нет? Скажите, да, я сейчас съел втуплял, походу, да, его перенесло в это время, где короли там... Глава первая. Переворот в Коронелии. Его, скорее всего, перенесло в это время. Вот эта бомба, вот почему она черная, она открыла, короче, портал. Я тебе говорю, где это кто такие? Русский ты или мышь? Все приготовления завершены. Ну что ж, тогда начнем. Какой-то урод. Да, его перенесло в это время. Окей, ладно, понятно. И за кого мы будем играть? За него, скорее всего, мы с вами будем играть. И он что, тут королем будет? Это кто? Девка какая-то. Этот шум. Да, я тебе говорю, его перенесло в это время. Окей, эта ракета открыла портал временной. Его ничего так причесало там. Ох, что произошло? Я Эван Дорфисон Найдл, король этой страны. Ты пацан? Подожди, ты пацан? И нифига себе, и он король? Я бы сам хотел знать. Что это такое? Что это за место такое? Пацан король, ни хрена ж тебе. И что это со мной происходит? Стоять! Это пацан, и он король, ни хрена ж себе. Что я сказал? Да, это пацан, ни хрена себе. Ну ладно, хорошо, ладно. Хорошо, ладно, допустим. Хорошо, ладно, допустим. А, голова раскалывается. Телефон древнего времени. Черт, не зона действия.
Ну, это, в принципе, объясняемо. Кажется, я... Ого, здесь можно титры пропускать на пробел. Я ехал на саммит, а по пути... Тогда что это? Сон? Или... Пацан, отстань, а! Кто-нибудь, схватите этого разбойника! Это Эван его зовут! Что случилось? Почему никто не идет? Альми, Альми, ты здесь? Ах да, подготовка к церемонии. Альми еще какая-то... Прости, малыш, мы сейчас не до игр. Excuse me. Да как ты смеешь? Я же сказал, я король! Хорошо, как скажешь. Могу я тебе кое о чем спросить? Я умер? Что за дурацкие вопросы, алло? Чего? Что за бред? Вот именно что за бредятина? Первый раз вас согласился с этим пацаном. Ни хрена себе у них-то, походу, церемония-то полным этим идет. Фаршем, так сказать. Что-то взорвалось. А, взорвалось что-то. Это все твоих рук дело? Ладно, давайте абстрагируемся и будем рассуждать логически. Предположим на секунду, что все сказано этим мальчиком правда. Значит, ты король, верно? Верно. Понятно. Я пойду проверю, что там, а ты побудь тут. Подожди, стоп. Почему одна фраза только звучала? Одно слово даже. Так. Ты что, сбежать собрался? Сюжеты квеста «Обновлённый незнакомый мир». На незнакомый мир проверьте ситуацию внизу. Ой, как хорошо это задание. Управление, как обычно, в сад. Используйте B. Это H. Нажмите W, чтобы двигаться в сторону экрана. Нажмите S, чтобы отойти дальше. А D, чтобы двигаться влево-вправо. Необходимые препятствия избегайте автоматически. Тут хорошо вообще как поставлено, можно кнопки все пропускать, либо правой кнопкой мышь, либо пробелом, но больше я пока не знаю кнопок. Если нажать B во время передвижения, то персонаж будет идти шагом, а не бежать. В смысле, как он бежит? Ну-ка, B. Да, он идет хорошо. M, а что такое M? Это карта, да? Да, это карта. Это карта, хорошо. А вот это значит задание, да? Да, проверьте ситуацию внизу. Это значит задалки. Заданки. Ну хорошо, допустим, ладно. Что тут происходит? Я хочу тоже этот вопрос сейчас выяснить. Ой-ой-ой! Ой, снова? Иди давай. Используйте мышь, чтобы перемещать камеру, а также... для сброса. Это вот это там. Среднюю кнопку, я понял. Просто у меня тут на мыши на моей две средние кнопки. Этот замок. Что-то я не припомню такого места. Так. Прийти ситуацию внизу. Хорошо. Ой, нифига ж себе, это там, это враги, окей, рыцари какие-то, шныцари. Незнакомое вторжение. Ни шагу дальше. Эй, вы, схватите его. Не понял. Пацан, убьют от тебя сейчас, алло! Это что такое? Ё-моё, наш мистер президент умеет стрелять! Что за звук? Сюда! Так, обстоятельства, похоже, изменились. Они пришли за тобой. Отойди. Да президент, ты из всех видов оружия умеешь, да, лупасить всех. И стрелять умеешь, и с холодным обращаться. Ты ничего, прям крутой президент. Ближний бой. Все атаки ближнего боя разделены на два типа. Быстрая, но слабая атака выполняется при нажатии на левую кнопку мыши. И медленная, но более мощная атака при нажатии на правую кнопку мыши. Урон, получаемый в бою, зависит от силы ближней атаки у нападающего и защиты обороняющего. Кто ты, черт побери? Президент! Он неплохо так и с такими... Все, вот это все. Патронов что-то там. Ты в порядке? Не приближайся. Слушай, пацан, я тебя что-то жизнь спас. Ты че? Сюда, кто-нибудь, не дайте ему уйти. Разуй глаза. Бежать надо тебе самому. Вот именно. What? Что?
Почему это мне? А почему озвучивается одно слово? Я не помню, где так надо. Эй. Ты еще не понял? Это государственный переворот. What? Что? Не может быть. Государственный переворот? Пацан, наконец-то все понял. В моем королевстве? Эй. Эвана уже нашли? Сэр. Да, с минуты на минуту ждем доклада о поимке. Здесь опасно, пора уходить. But... А? Бат, это но. Понял. Эван, давай за мной. Вот вроде бы нормально все с ним стало, он мне не грубит, нормально все. А? Пока, пока все нормально идет. Это, я так понимаю, РПГшка. РПГшка. А, и пока что больше ничего. Оба-на. Опять эти крысы или мышь. Буду их крысами назвать. Ударить по врагу в самый разгар приготовления к церемонии. Это поистине превосходный план, Ваше Величество. Но этот король Леопольд оказался крепким орешком. Я постепенно увеличивал количество яда, добавляя мою пищу. И тем не менее, мы так отстали от графика. Лишь сейчас удалось приступить к непосредственной из нашего плана. А кто такой король Леопольд, алё? Ничего, ничего. Такой вариант развития событий тоже рассматривал. Крысолеон. Я уверена, что король Леопольд скончался от болезни. Осталось только убрать мальчишку. А, скорее всего, этот пацан, его сын, сын Леопольда, окей. Да, как скажете. Только он будет устранен. Как только он будет устранен, власть полностью перейдет в руки ратусов. От дебилы. И тогда наконец-то настанет час завершения нашей миссии. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты поехавший, чувак, немножко. Оба-на. Ваше Величество, слушай донесение! Цели удалось скрыться! What? Что? Что это значит? No matter. Вы позволили ему сбежать. Ах, неважно. Переходим к запасному плану. Вы позволили ему сбежать? Ах, неважно. Переходим к запасному плану. Rather, Темный рыцарь, будь наготове. Мне больше свинью напоминает, чем гигантскую крысу. Темный рыцарь. Ну ладно, темный рыцарь. Ой. Я тебя отфигарю, я тебе сказал. No. О, нет. Теперь понятно, откуда доносились взрывы. Ну, мы уж поняли. Кажется, ты говорил, тебя зовут Эван. Я Роланд Крейн. Нет, просто Роланд. Ты говорил, ты король этой страны? Ты говорил, ты король этой страны? Да, в некотором смысле. В некотором роде тогда уж. Но, как же так? Коронел ведь всегда был мирным королевством. Mm-hmm. Так оно всегда и бывает. В любом государстве где-то в закоулках таится зло. Mm-hmm. Что? Я ведь в своем мире тоже был схож с тобой роли. All right. Спешим. Нужно поскорее выбраться отсюда. Да, нормально. Все, теперь мы с пацаном в друзьях, это хорошо. Сюжет так восстановлен. Побег из Коронелла. Новое задание. Да, это все там. Нажмите Т, чтобы открыть главное меню. Предметы. Ну, я тебе говорю, РПГ, РПГ вообще. Снабжение. Ближняя атака, дистанционная атака, а, пистолет, окей. Тут ничего нету, тут ничего нету. Кольца какие-то будут, ожерелья, минералы, сюжетные предметы. Ну, хорошо, ладно, я понял. Все, на эскейт тут легко можно все сделать. Это опция пока... А, хорошо, ладно. Задание. А, окей, посмотрим, это побег из Коронелла. А, ну я в курсе, что я не могу отменить... Задание. Хорошо, побег из Коронелла. Ладно. Все, валя. Опа-на, нифига, shift перекат. Ну, сейчас смотри, как мне делать. Что это такое? Е. Он уже не дышит. Жалко, конечно. Ну, ладно. А ты, чувак? Он уже не дышит. А тут вообще на любую клавишу можно, смотри-ка. А ты? Я... Я в порядке. Прошу вас, бегите, пока можете. Вот сволочи, я всех завалили.
Ой, вон бегу, иди сюда. Хопа, а сюда сказал. Выснужив врага, нажав среднюю кнопку, вы можете сфокусировать атаки на выборе цели. При нацеливании нажмите левой кнопкой средней кнопки вперед, средней кнопки назад, чтобы переключаться между противниками. А, окей. Во, хорошо, эта дичь работает, я понял. Победа! Неужели ты прибыл сюда, чтобы спасти меня? Кто знает, может быть, это моя судьба. Торшер, я, по-моему, там сломал торшер, нет? Нет, не сломал. Ладно. А, он уже, я постоянно забываю, что он уже может бегать. Так, на Е. На Е, хорошо. На Е. Так, здесь ничего нету. А, вот тут вот есть. Проходит. Так. Роман, подожди! Посмотри внимательно на этих солдат. Что с ними так? На них? Видишь, они в красное. Это форма элитного отряда. А вот эти вот, да, дебилы? Понятно. Сейчас нам лучше с ними не связываться. Люди думают здесь! Да, если бы только Альми была здесь. Только Альми. Альми? Да, ее зовут Альмина. Она очень сильная. А еще она добрая и знает все-все на свете. Если бы она сейчас была с... Если бы она сейчас была с нами, она была бы одним ударом раскидала весь этот отряд. Правда? Я другим голосом. Правда? Если она такая сильная, то с ней обязательно все будет в порядке. Но сейчас нас есть двое. Ты и я. И сражаться сейчас с ними плохая идея. Думающие люди! Я тебе серьезно говорю, думающие. Не понял. В смысле? А как? Я же хочу это проходить, алло. А вот мы с ним. А, нас точно не заметят. Да не стыд, пацан, все будет хорошо. Тихо. Пойдем в синий кустов, осторожно. Пойдем в синий кустов. Осторожно. Так, здесь нам поможет камера. Подожди, стой. Вот это мне постоянно пишут, пишут. База знаний. Особенно с неговым процессом. А, так, это мы читали. Так, чтобы всяких разных восклицательных знаков не было, мы с вами просто сейчас вот эту всю дичь пролистаем. Прыжок. Опа-на, используйте пробел для прыжка. Ага. Угу. Ну, фиксация цели мы с вами уже проработали. Кстати, это... А, тут можно вот так вот переключаться. Ну, ладно, фиг с ними. Так, здесь неплохо нам поможет камера, которая у меня чувствительность, по-моему, на среднюю включена. Вот и... Цель скрылась вместе с таинственным чужаком. О, хорошо, как нас остановили. Но ведь все выходы и входы в комнату были... Что-то там не сделано было. Так, подожди. Тихо, вот здесь сидит чувак. Пацан заметит же! Над ними что пишется? Меня вот это заботит. Над ними пишется уровень, по-моему. Уровень 1. А вот сейчас мы с вами прочитаем как раз. Да! Уровень 1. Ратус мечник. Крысолеон пообещал что-то там. Ну, тут обычные дебилы. О, тихо, а вот тут необычный дебил. Ну-ка стоять! Пацан! Вали! На. Ты что хочешь вокруг меня? Совсем фонарил? Еще чуть-чуть. Да, пацан, еще чуть-чуть. Либо иди... Хм, что за шум? Фак. Нам конец, походу. Или что? Или, допустим... А, это по сюжету, окей. Проберитесь. Должно быть, воображение разыгралось. Да, чувак, ты прав. Проберитесь по проходу незамеченным. Мы уже это с вами сделали, собственно, так и говоря. Все хорошо, эти лохи нас даже не дали. Кое-как проскользнули. Я рассчитывал, что это долго будет. Я думаю, это сложно, дико пипец. Этот замок похож на лабиринт. Все коридоры одинаковые. Мне Альми говорила, что это специально сделано, чтобы запутать внешних врагов. Да, имело бы смысл, если бы враги были внешние. Ну да.
Побег из Коронелла. Доберитесь до входа. Так, и что-то там у нас сразу же объявил мне на два этажа. Для навигации по миру используйте карту. Чтобы открыть меню карты, нажмите M. Я уже это сделал. При нахождении в закрытом пространстве, например, здании или подземелье, на карте будут отображаться только те области, которые вы уже посетили. Однако во время боя меню карты недоступно. Карты вы можете только в тех местах, где вам лежит опасность. Ну, в принципе, это я уже понял. Сразу сейчас тогда прочитаем. Это управление камерой, это главное меню. Это Т, да? Это Т, окей, хорошо, я понял. Я тебя понял, чувак. А, и меню карты. Подожди, и меню карты. Это все не в хронологическом порядке. Порядке идет статистика. Ё-моё, ничего ж себе тут сколько бешеное. Ну, в принципе, го прочитаем. Это, в принципе, нам ничего не сделает особого труда такого. Чтобы это у меня все было изучено, общее количество заработанных. А, это просто вот так вот все делается. Фу ты, ё-моё. Ну окей, это даже легче, чем я думал. Ладно, все, окей. Ну это там про карту. Так, подожди, кстати. Карта, что у нас? Ага, нам вот сюда нужно, да? Блин, думаю, тут можно контрольные точки отмечать, ну окей. Хотя они у нас есть на мини-карте. Хотя, ну ладно. Ой, что нам кошмар? Нам капец. Ай. Мы в ловушке. При удержании контрол персонаж будет блокировать атаки противника. Это снизит урон, наносимый персонажу, однако ограничит его передвижение. Это понятно. Пройдите блокировку, когда невозможно уклониться от атаки противника. Это позволит вам выиграть время перед контратакой. Так. Ага, блок, окей, так. Разберемся сначала с вот этим гавриком. Опа, ха, лохи. Отлично! Вот они. Ратус, боевой маг, это что за дичь? Ты баба-крыса! Дебилка, вперед, взять их! Что? Подкрепление? Ты чё, серьезно? Да ты чё? Эти дауны опять напали. Она-то там магичит что-то. Магичит. Ой! Нифига ж себе! Иди в сраку. Я не следил, короче, за этим, нифига. Ой-ой-ой, пацан! Ой, блин, своей защитой дурацкое поле поставила. Монстры с говна. Тутана, как Тутана. Неужели это конец? Ой-ой-ой! Ой, давай мне, походу! Альмина, которая... Еще... Вот это да! Простите, что заставила вас ждать, ваше величество. Нифига себе! Тут поворотец такой. Альмина! Я рада, что с вами все в порядке. Да, Роланд спас меня. Роланд? Давайте немного отложим знакомство. Сейчас нужно разобраться с ним. При нажатии Shift вы можете уклониться от... Я уже это понял. Уклониться от атаки противника. Во время атаки есть лишь одно мгновение, когда можно уйти от нее, не получив урона, потому что... Потому всегда старайтесь предугадывать действия противника. Но это, в принципе... Что-то там монстры, по-моему, было написано, что-то типа такого. Thanks. Вовремя подоспела. Вовремя Thank помощь you. Подоспела. Спасибо, скажу, что она успела. Спасибо, Альми. Не стоит благодарности. Я должна была найти вас раньше. Но как они могли напасть именно сегодня, в такой важный день? И все-таки, кто вы такой? Вы не похожи на жителя этой страны. Как ему удалось пробраться в замок незамеченным?
Меня зовут Рон. Я и сам не понял, как мне это удалось. Я просто очнулся в этом замке. Рон спас меня от гибели. И я обязан ему жизнью. Ну, так уж получилось. Раз Эван так говорит, я не посмею сомниться. Прошу прощения, меня зовут Альмина. Я служу Эвану с самого его детства. Насколько я могу судить, ты не просто служанка, ты настоящий телохранитель. Ну да. Yes. Да, это правда. Но мне не приходилось им быть до сегодняшнего дня. Альми, что происходит? Бывший соратник короля, Крысолеон, устроил заговор, Ваше Величество. Ваше Величество, он находится за вами. What? Крысолеон? Я побеседую с этим Крысолеоном. Это нужно прекратить. No. Вряд ли устроившийся заговор собеседники внемлет каким-либо доводом. По всем признакам, это тщательно спланированный государственный переворот. Если ты пойдешь к нему, тебя непременно убьют. Но... Альмина, есть ли безопасный способ выбраться из замка? Yes. Воспользуемся секретным ходом, ведущим в систему подземных каналов под замком. Об этом проходе даже среди обитателей замка мало кто знает. Та дверь проведет нас к нему. Вперед! Вперед тогда! Так, чужой квест обновлен на пути к каналу замка. Доберитесь до тайного прохода в подземелье каналы. Сразу же смотрим. Так, блокировка удара. Так, блокировка удара я понял на Ctrl. Уклонение на Shift. Так, тут ничего нету. Это я уже все просмотрел. Статистика. Все тоже по нулям. Ну ладно. Статистика по нулям. Что по предметам у нас? Ничего нового не добавилось. Хотя, что могу добавиться? Так, задание. Это я выполнил на пути к каналам замка. Хорошо, вперед. Как? Какая дверь? Вот это приведет? Доберитесь, да. Сейчас, погодите, я тогда карту посмотрю сразу же. Ну да, мы к нему и идем, собственно, так и говоря. Все, дерзаем, пацаны. Пацан и девчонка. Дерзаем. Убана, ты кто? Ваше Величество, с вами все в порядке? Да, благодаря Альмине и Роналду. Роланду. А не Роланду. Здесь не видно следов сражения. Yeah. Да, судя по всему, цирк Крысолеона, его величество Эван, это часть замка вдали от королевских покоев, поэтому солдаты сюда не добрались. Все, кто не может сражаться, как мы, и не ранен, прячутся здесь. Вероятно, они знают, что мы здесь. Отсюда нет выхода, мы здесь как пленники. В таком случае я не могу здесь оставаться, иначе я навлеку опасность на всех. Ваше Величество. Я не знаю, пригодится вам это или нет, но прошу, возьмите. Что это такое? Получен предмет, вы получили 5 целебных двулистников. Большое спасибо. Если вы не уверены, как использовать эти травы, вернитесь ко мне, я вам объясню. Хорошо. А для чего они нужны? Для лечения, наверное, для какого-нибудь там при ушибок тяжелых. Вы можете использовать быструю клавишу I, чтобы вылечить себя с помощью целебных травм. Ой, травм. Не то ты нажал, чувак. Чувак, я это так-то посмотрел. А, ну да, все хорошо. Еще под база знаний. База знаний, помощь. Уклонение, блокировка удара, прыжок, подожди, статистика. Тут должно быть про двулистник написано что-нибудь быть. О, инвентарь. Подожди, инвентарь, вот. Вы можете открыть. Ага. Открыть меню предметов. Носи с помощью клавиши I.
Ага, для быстрого доступа к предметам. Хорошо, сейчас мы это, в принципе, сразу же и проверим моментально. Ай. Да, хорошо, вообще, окей, целебный двулистник. Вперед! Туда нам же надо, да? Карточку нам посмотреть. Да, нам туда, окей. Блин, непривычное управление вообще для меня. Так, куда бежать? А, почему нам туда? О нет! О нет! Это же... Кто? Быстро! Прячьтесь оба! Кто за дерево? Ё-моё! Это этот придурок! Рыцарь темный, темный рыцарь этот. Ну, конечно, очень медленно передвигается. Что там? Темный рыцарь. Угу. Пока темный рыцарь там, не будем рисковать. Прежде немного в этой комнате на и прежде переждем в этой комнате и понаблюдаем за ним. Что за темный рыцарь такой? Он отличается от других солдат. Но мы это поняли уже. Это тайное оружие Крицелиона. К сожалению, о темном рыцаре мало что известно. Лишь то, что он обладает страшной силой благодаря использованию запретной магии. Опять запретной магии, какая-то странная. Одно здесь можно сказать точно. Наши шансы на победу в битве с ним равны нулю. Равны. Ого! Если даже Альми он не под силу, тогда нужно как-то пройти мимо, избежав битвы с ним. Верно. Нам нужно немного замаскироваться. Это как? К примеру, вам не помешало переодеться. Оба-на! Камуфляж! А? Камуфляж! Одевай-ка камуфляж! Хорошо! Хорошо! Оба-на! И у меня, кстати, одежда стала доступна, так понимаю. Ну как? Да, получен важный предмет. Вы получили одежду защитника. Здорово, тебе идет. Я рада, что нашлось что-то подходящего размера. Я еще вам понадоб... А еще вам понадобится вот это. Похоже, у вас такого нет. What is it? А что это? Это кольцо арсенал. Нифига, для хранения и ношения оружия. Ничего себе! Ничего! Оно позволит владельцу носить с собой набор из нескольких видов оружия, а также пользоваться всеми его эффектами. Wow. Ого, оружие в таком маленьком колечке? Now. К примеру, пока вы не поместите свой меч в кольцо, вы не сможете использовать его в полную силу. Я дам вам еще один меч. Поместите его в кольцо. Получен предмет, вы получили железный меч. Тогда я сделаю это прямо сейчас. Если у вас еще какое-нибудь оружие, пистолет. У меня есть пистолет, но закончились патроны. Это не проблема. Оружие, перепомещенное в кольцо арсенал, не нуждается в перезарядке. Будь то патроны или стрелы. Что? Даже такое бывает? Попробуйте поместить ваши мечи и пистолет в кольцо арсенал, которое я вам дала. Окей, снаряжение и навыки. В главном меню вы сможете открыть меню снаряжения. Во вкладке оружия, какая моделька пистолета? Во вкладке оружия вы можете добавить в ваше кольцо арсенал до 3 видов оружия ближнего боя. Извините. Во время битв вы можете переключаться между оружием, помещенным в кольцо. Однако вы можете добавлять только одно оружие дальнего действия. Ну вот как раз пистолет у меня есть. Во вкладке снаряжения вы можете выбрать доспехи, обувь, ожерелье и кольца. Но не забывайте, что предметы, обладающие физической и магической защитой. Во вкладке умения вы можете настраивать палитру навыков, назначив заклинания и уникальные навыки для каждого из персонажей. Вы будете без промедления использовать магию во время сражений. Нифига себе!
Так, ты что-то тут... Что тебе нужно? Чтобы по-настоящему овладеть оружием, нужно научиться пользоваться кольцом арсенала. Из главного меню откройте меню снаряжения. Чтобы использовать меч, необходимо открыть вкладку с холодным оружием. А чтобы использовать пистолет, нужно перейти во вкладку с дальнобойным оружием. Назначьте оружие в ячейке, чтобы использовать его. Назначьте оба оружия. Затем мы продолжим разговор. Какая ты, ё-моё? Ну окей, ладно. Так, снаряжение. Параметры персонажа. Всего у персонажа 5 параметров, определяющих его силу. Ближняя атака. Оказывает влияние на урон от атак и умение оружия ближнего боя. Оказывает влияние на урон от атак и... Оказывает влияние на урон от магических умений. Уменьшает получаемый от физических атак урон. Уменьшает получаемый от магических атак урон. Значение этих параметров определяется базовыми способностями персонажа и экипированным снаряжением. При этом каждый из героев может носить свой тип оружия, снаряжения и аксессуары универсальные для всех. Так, ближняя атака. Это что у нас? Железный меч. Железный меч. Мы его назначили? Так, железный меч. Хорошо, подожди. Настроить оружие, убрать. И ратуйский меч. Погоди, стоп. У нас назначены оружие? Так, хорошо. Это что, дальний бой? Вот это вот. Ага, это... А, вот, дистанционно. Все, окей, иди в зад. Так, пистолет. Все. Поместив несколько видов оружия ближнего боя в кольцо арсенала, вы можете переключаться между ними с помощью Фи. F, то есть. У вас может быть множество причин для смены оружия, но главная цель заключается в том, чтобы всегда стремиться использовать то оружие, уровень заряда которого заполняется... Может, ближе к 100? Нифа себе! Серьезно? Здесь есть какой-то уровень заряда? Кошмар! Уровень заряда оружия отображается... Рядом со значком оружия в левой верхней части экрана. Эта шкала пополняется с каждой вашей успешной атакой. Вы можете выбрать один из трех режимов переключения оружия. Ручной, полуавтоматический по умолчанию и автоматический. Пусть полуавтоматический так и останется по умолчанию. В ручном режиме вам необходимо нажимать F каждый раз, когда вы хотите сменить оружие. А, то есть 1-2 уже не прокатит, да? Ну ладно. Этот режим для продвинутых игроков, которые хотят добиться максимального контроля. В полуавтоматическом режиме ваше оружие самостоятельно выбирается из оружия с максимальной силой атаки или шкалой силы после использования навыков. Тут и навыки есть. О, вообще продвинутая игрушка, я тебе говорю, вообще. Но при этом у вас также есть возможность сменить оружие вручную. В автоматическом режиме у вас не будет возможности смены оружия вручную, но не сомневайтесь, в любой момент времени вы будете использовать самое сильное оружие в вашем арсенале. Этот режим больше всего подойдет новичкам. У меня стоит по умолчанию, я даже менять не буду. Вы можете изменить настройки смены оружия в меню снаряжения или во время битвы с помощью... кнопки X. Найдите режим, который максимально подходит под ваш стиль. Хорошо. У уровня заряда есть и другие особенности, о которых будет поведано немного позже. Для начала нужно выучить несколько навыков. Навыков, подожди. Ну-ка, 2. 1-2. На, я тебе говорю, не прокатит, только F нафиг. Как с тобой? А, я забыла. На текст сейчас хотел нажать. Отлично! Если заранее поместив в кольцо арсенал несколько видов оружия, то можно переключаться между ними во время боя. Как только вам удастся раздобыть еще какое-нибудь оружие, не забудьте поместить его в ваше кольцо. Обязательно. Хорошо, понял. И еще, Эван, возьмите вот это, пожалуйста. Что это такое? Получен важный предмет. Вы получили комплект снаряжения Эвана. Подожди-ка, да здесь важные есть неважные. Что это?
Я собрала для вас базовый набор вещей, которые могут пригодиться вам в ближайшее время. Кольцо арсенала там тоже есть. Пока я с вами, я буду защищать вас. Но никто не знает, что нас ждет впереди. Эван, может это так, что вам придется защищаться самостоятельно? Альми. А, путевые камни сохранения. По всему миру разбросано множество так называемых путевых камней. Остается загадкой, кто же оставил все эти камни. У путевых камней вы можете мгновенно восстановить очки здоровья и маны всех своих персонажей, а также исцелить их. Будьте спокойны, вас не потребуют за это денег. В местах, где вы можете сохраняться, из главного меню воспользуйтесь путевым камнем для этого. Заметив такой камень, взгляните на него поближе. Ага, в главном меню нажмите Z или Alt. Ага, сохранить, хорошо. Так я просто могу, в принципе, курсора навести. Из системного меню, чтобы открыть экран сохранения игры. Будьте внимательны, так как невозможно сохранить игру в подземельях. Нам нужно поспешить. Темный рыцарь может обнаружить нас в любое время. На пути к каналам замка. Доберись до тайного прохода. Хорошо. Ятареда полностью восстановлены. Восстановили свое здоровье. Ваши участники отряда полностью восстановили свое здоровье. Сохранить текущее прохождение. Да, сохрани. А, вот. Да. Ну, окей. Файл 1. Ну, давай файл 1. Задание сохранено. Окей. Давайте, короче говоря, с вами на этом заканчивать, потому что... Да, смотрите, куча прохождения. Игрушка хорошая, мне понравилась игра, но проходить я ее не буду, не вижу смысла проходить RPG-шки, но игра мне зашла, я ее пройду без записи, возможно, я ее оставлю и пройду без записи. На запись, я думаю, нету смысла ее проходить. Да, вот такие удилищки, поэтому не буду, это уже сразу, это 100% информация, инфосотка, короче. Да. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, добавляйте меня в друзья ВКонтакте, кстати, заходите на страницу ВКонтакте по ссылке в описании, там сейчас выходят новые посты по году в War и все такое. Ставьте пальцы вверх, чтобы выходили новые ролики по играм и другим видео, ну и RPG-шкам тоже тогда уж заранее, подобным планом играм. Да, всем удачи и всем пока.